Медицинские работники, которые, подвергая своей жизни опасности, спасали граждан, сейчас отдыхают на Иссык-Куле. Арген Туракулов – врач в реанимационном отделении Таласской облбольницы. Работая в красной зоне, он заразился COVID-19. После выздоровления приехал улучшать свое здоровье на берег Иссык-Куля. Государство о нас заботится, собрали нас всех здесь вместе. Всех тех, кто на работе заразились вирусом, привезли на отдых. Мы здесь поправляем свое здоровье. Спасибо им большое за это. Для того, чтобы поправить свое здоровье, приехали врачи и из Нарынской области. Сотрудники сферы медицины отмечают, что здоровье – это самое главное сокровище, и его нужно беречь. Я люблю свою работу, не жалею о выбранной профессии. Я хочу всегда помогать людям, отмечает один из них. Красная зона, да, как эта болезнь началась, я начала работать в красной зоне и так до конца. И так как мы выбрали данную профессию, нужно работать, чтобы там ни было, ради Родины и будущего страны. Мы приехали поправить свое здоровье, а потом снова в бой. Наши жертвы ради народа. Врачи, которые сказали это, несомненно, показали свою профессиональность, благородство, патриотизм и терпимость. И все это ради блага населения. Были дни, когда мы работали и днем, и ночью. Мы по очереди работали в опасной зоне по одному врачу и медсестре. Если наши граждане здоровы, вот это для нас награда. Пусть лучше всегда в стране будет мирно и спокойно. И, конечно, вместе со всеми и нам было страшно, но мы держались ради наших детей и родителей. Телефон арклы. Отдых медицинских работников на Иссык-Куле финансируется со стороны государства, и они проводятся согласно распоряжениям президента страны. Более 1300 человек отдыхают на пансионатах Диларом и Рахат. Все эти работы мы проводим совместно с профсоюзами. Они тоже, согласно путевкам, отправили врачей отдыхать только в другие пансионаты. Стоит отметить, медицинские работники, которые заразились коронавирусной инфекцией на работе, отдыхают по одной неделе на Иссык-Куле через Министерство здравоохранения и правительство. Алтынай Жумалиева, Санжар Жолдошбекулу, СТВ.